в рамках реконструкции площади убрали вот здесь вот бордюры шли, и вот такой широкий был тротуар, а теперь чистая линия. Естественно, ну где-то нет, он чуть-чуть был поуже, вот, где-то вот здесь. Но все равно он был широкий. Главное, бордюры, они просто чисто психологически воздействовали. Более спокойно идти было по тротуару в плане ощущения безопасности от автомобилей, от автомобильного движения. Так нет, что-то вот так сделали.